22 июня 1941 года, 4 часа утра, без объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое. Победа будет за нами. И встала страна огромная на священную битву за Родину, за родную землю, за честь своих прадедов и будущее детей. Встали против коричневой чумы фашизма, человека ненавистничества и вражды. Не смеют крылья черные над Родиной летать. Поля ее просторные не смеет враг топтать. Дадим отпор душителям всех пламенных идей, насильникам, грабителям, мучителям людей. Пусть ярость благородная скипает, как волна. Идет война народная, священная война. Ценой огромных потерь в страшных боях и огне сражений отстаивал советский народ свою страну, священное право на жизнь и человеческое достоинство. В те дни каждый помысел, каждое слово и дело были направлены на борьбу с лютым врагом. Первым удар на себя принял, первым зашел на крест. Духом не сломлен, он насмерть стоял славный, бесстрашный крест. В первый день войны мощным бастионом стала на пути врага Брестская крепость. Фашисты рассчитывали захватить ее за несколько часов. Но защитники крепости остановили их почти на месяц. Под мощными ударами авиации, огнем артиллерии, наступлением танков и пехоты сражался немногочисленный гарнизон крепости. Бойцы погибали, пряча на груди знамя полка, и ни одно из них не попало в руки врага. Кончались боеприпасы, не было еды. Каждый глоток воды из реки стоил жизни. На защиту крепости встали женщины и дети. Сегодня нам не перечислить все имена павших героев. Но бесстрашный 12-летний музыкант, трубач Петя Котельников и его друзья Петя Клыпа и Коля Новиков заставят фашистов сказать: мы никогда не победим русских, потому что их дети сражаются как герои. Немеркнущем подвиге 8 мая 1965 года Брестской крепости было присвоено почетное звание «Крепость-герой» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». И вот опять истории страницы в дыму сражений подмосковных битв. Тремя путями враг в Москве стремится, путем единым будет он отбит. Вся Родина встала заслоном, нам биться с врагом до конца, ведь поезд твоей обороны идет через наши сердца. Москва, до последних патронов, до дольки последних свинца мы в битвах. Твоя оборона идет через наши сердца. Руководил обороной Москвы командующий Западным фронтом генерал армии Георгий Константинович Жуков. Неувидаемой славой подвига запечатлены имена героев битвы за Москву. Герой Советского Союза летчика Гололихина, генерал-майора Давата, генерала Панфилова. На его дивизию обрушилось 5 дивизий врага. Пал смертью храбрый генерал, но встали его воины, 28 панфиловцев. И услышит русская земля слова: «Велика Россия, а отступать некуда, позади Москва». Дубосеково, Крюково, Можайск, Наропоминск, Волоколамск. По планам гитлеровского команды операция «Тайфун» предусматривала запуск кольцо вокруг Москвы на территории Ногинска. 600 тысяч жителей, женщин и подростков построили вокруг Москвы 400 километров противотанковых рвов, заграждений, дотов и цотов. Не взять, не окружить Москву Гитлеру не удалось.
за выдающиеся заслуги перед Родиной, массовый героизм и мужество. 8 мая 1965 года городу Москве было присвоено почетное звание «Город-герой» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Я говорю с тобой под свист снарядов, угрюмым заревом озарена. Я говорю с тобой из Ленинграда, страна моя, печальная страна. Над Ленинградом смертная угроза, бессонной ночью, тяжек день любой. Но мы забыли, что такое слезы, что называлось страхом и мольбой. Мы будем драться с беззаветной силой. Мы одолеем бешеных зверей. Мы победим, клянусь тебе, Россия, от имени российских матерей. В июле 41 года гитлеровские войска взяли город Ленинград в блокадное кольцо. В городе начался голод. С суши, с моря, с воздуха шли постоянные обстрелы. 900 дней и ночей находился город в осаде. Сотни тысяч мирных граждан стали жертвами беспрецедентной жестокости фашистов. И только одна дорога через Ладожское озеро, дорога жизни, связывала Ленинград с большой землей. Все выдержали, выстояли ленинградцы. И по сей день гордо сияют над Невой огни великого города. За героизм и мужество в годы Великой Отечественной войны 1 мая 1945 года Ленинграду было присвоено звание города-героя с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». О, Сталинград, в час гнева твоего прими земной поклон от Ленинграда. С тобой мы делим силы и любовь, и мирный день придет, как час награды. Сквозь нашу кровь струился горячо поток твоих немыслимых пожаров. Нам так хотелось стать плечу плечом и на себя принять хоть часть ударов. Нет, не на стены зданий, на свободу, проклятый враг, заносишь руку ты. Ты покусился на судьбу народа, ты замахнулся на оплот мечты. Ленинград было сброшено огромное количество бомбовых снарядов. После сражения на Мамаевом кургане ни одна былинка, ни один цветок не дали схода в течение 2 лет. В городе над Волгой люди стояли, как скалы. Чтит и помнит новое поколение дом сержанта Павлова. В течение 2 месяцев героическую оборону дома держала горстка мужественных бойцов. Эта небольшая группа защитников уничтожила столько гитлеровцев, сколько они не потеряли при взятии Парижа. За героизм и мужество 1 мая 1945 года Сталинграду присвоено звание города-героя, а вознаменование за столетие победы в Великой Отечественной войне 8 мая 1965 года городу-герою были вручены орден Ленина и медаль «Золотая звезда». Мы помним день, когда земля и небо сошлись в едином зареве огня. В тот день, решая там судьбу планеты, зашла над тьмою Курская дуга. Земля вставала дыбом от разрывов. Рев танков заглушал снарядов вой. Сквозь стали мрак, безжалостно, открыто вели мы правый, беспощадный бой. За нами было поле Куликова, Бородино. Мы бились под Москвой. Мы утверждали жизнь, ее основу под Прохоров, как закон святой. 50 отборных немецких дивизий вступили в сражение. Битва под Курском длилась 50 дней. Полный разгром врага определил дальнейший ход войны. Немцы покатились вспять, вплоть до самого Берлина. За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества,
указом президента Российской Федерации городу Курску присвоено почетное звание города воинской славы. На протяжении веков Севастополь был мощным надежным форпостом Черноморского побережья России. С первых минут войны немцы яростно пробивались в Крым. Оборона Севастополя длилась 250 дней и вошла в историю как пример несгибаемой стойкости наших людей, их беззаветной преданности Родине. Герой Севастополь, морская твердыня, ты Родине службу как прежде несешь. И каждое имя сраженного сына в матросной горячей душе бережешь. Ушли мы в бессмертие, чтоб песни звучали, чтоб город-герой горделиво стоял, чтоб дети смеялись и внуки рождались, и землю не жег смертоносный металл. Отважно сражалась морская пехота, чтоб матери больше не слепли от слез. И нет среди нас безымянных героев, нам звание дано «Черноморский матрос». 1 мая 1945 года Севастополю присвоено звание города-героя. А в 2015 году Россия торжественно отпраздновала годовщину возвращения города-героя Севастополя в родную гавань. Битва света и тьмы, битва правды и лжи бушевала на нашей земле. Как один человек встал великий народ, и никто не смолчал в тишине. Наша горечь и боль и отвага в бою были собраны в сердце одном. Через смерть и огонь, через холод и зной ждали нас на пороге родном. Не считали мы дней, не жалели мы сил, хлеб делили на всех перед Богом. И как птица из мглы, Богородицы плат осветил нашу землю покровом. Нам сияла звезда, нас надежда вела, поднимая священное знамя. Как молитву твердили святые слова, знаем мы, что победа над за нами. Святая земля Богородицы, не было в русской стороне дома, где бы не хранили ее образ. В добрые времена в избе, в красном углу, в дни лютой войны на груди солдата рядом с письмами матери. Велика, необъятна Россия. В срединных землях чтили русские люди владимирский образ Божьей Матери. На юге обращались с молитвой курской коренной. Смоленскую украшали к празднику на Западе. Заступницей русской земли, защитницей от врага называли казанский образ Пречистой Богородицы. В дни Великой Отечественной войны, несмотря на чудовищные сражения, пожарища и бомбежки, начала она свое особое священное шествие по России. В 1941 году чудотворным образом в руках обошли крестным ходом ленинградцы свой город. Почти 3 года в блокаде, но немец так и не ступил на легендарную землю. Москва, Сталинград, Кёнигсберг. На полях сражений перед иконой служили молебны, облетали с нею на самолете города. Вера, надежда, любовь дарили защитникам Отечества силы, вселяли в их сердца мужество, вели героев к великой победе советского народа, Великой Отечественной войне. И стоят сегодня в каждом городе, в каждом селе России памятники и обелиски в честь павших защитников страны. С величайшим почтением и благодарностью произносит новое поколение россиян их имена. Встают по всем городам России внуки и правнуки победителей, торжественно поднимая в руках облики героев бессмертного полка. Всего на фронт из Богородского края ушло около 37 тысяч жителей. Высшей награды и звания Герой Советского Союза были удостоены 32 наших земляка. Дорогие наши ветераны, сегодня с бесконечной любовью
кровью мы кланяемся до земли вам, тем, кто встречает с нами великий день 70-летия Победы. Страшные войны во имя Отечества выиграли, во имя детей выстояли, во имя истины выстрадали. Ваши имена, ваши сердца навсегда вписаны в золотую книгу памяти народной. Он пришел широким твердым шагом. День, когда утих последний гром. День, когда над взорванным Рейхстагом стяг победы полыхнул огнем. Тех событий вестник непременный, майский ветер обежал страну и швырнул на каждую антенну радостную радиоволну. И в домах, не в силах оставаться, от таких волнующих вестей люди выходили обниматься на просторы гулких площадей. Что-то пели, плакали, кричали, незнакомый сразу близким стал. Всех военных, не щадя, качали, все равно солдат или генерал. Вот она, высокая минута, музыка, букеты свежих роз и в огнях победного салюта искорки людских счастливых слез. На границе тучи конь хмуро, край суровый тишиной объят. У высоких берегов Амура часовые ровно стоят. У высоких берегов Амура часовые ровно стоят. И отбили песни в том порука всех врагов в атаке огневой. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. Друзья, перелетные птицы, только быть наш одним не хорош. На земле не успели жениться, а на небе жены не найдешь. Потому что мы пилоты, небо наш родимый дом. Первым делом самолеты, ну а девушки потом. Первым делом самолеты, ну а девушки потом. Чтоб с тоскою в пути не встречаться, вспоминая про ласковый взгляд, мы решили, друзья, не влюбляться даже в самый красивый вечер. Потому что мы пилоты, небо наш родимый дом. Первым делом самолеты, ну а девушки потом. Первым делом самолеты, ну а девушки потом. Прощайте, скалистые горы, на подвиг отчизна зовет. Мы вышли в открытое море, суровый и дальний поход. А волны стонут и плачут, и плещут за борт корабля. Растаял в далеком тумане рыбачий, родимая наша земля. Растаял в далеком тумане рыбачий, родимая наша земля. We'll be right back.
сады, пылают города, охваченные дымом, гремит в седых лесах суровый бог войны. Артиллеристы стали дал приказ, артиллеристы зовет отчизна нас. Из тысяч грозных отдали за слезы наши, потери за нашу родину огонь, огонь. Из тысяч грозных отдали за слезы наши, потери за нашу родину огонь. Через реки, горы и долины, сквозь огонь, пургу и черный дым, мы вели машины, объезжая мины, по путям, дорожкам фронтовым. Эта дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела, помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Может быть, отдельным штатским людям наша песня мало сметомет. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем, фронтовых изъезженных дорог. Эх, будь дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Во знаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа установить, что 9 мая является днем всенародного торжества, праздником Победы! Взяли мы орел, город весь прошли, и последние улицы название прочли. А название такое, право слово боевое, Брянская улица по городу идет. Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога, Брянская улица на запад нас ведет. С боем взяли город, прям в город весь прошли, и последние улицы название прочли. А название такое, право слово боевое, Минская улица по городу идет. Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога, Минская улица на запад нас ведет. С боем взяли город, Минск, город весь прошли, и последние улицы название прочли. А название такое, право слово боевое, Брестская улица по городу идет. Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога, Брестская улица на запад нас ведет. С боем взяли город Брест, город весь прошли, и последние улицы название прочли. А название такое, право слово боевое, Люблинская улица по городу идет. Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога, Люблинская улица на запад нас ведет. С боем взяли город Люблин, город весь прошли, и последние улицы название прочли. А название такое, право слово боевое, Варшавская улица по городу идет. Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога, Варшавская улица на запад нас ведет. С боем взяли мы Варшаву, город весь прошли. Синий Дунай, народом Европы свободу
принес жаркий солнечный мат. На площади Вены спасенной собрался народ старый млад. На старой израненной битвах гармонь вальс играл на солдат. Помнит Вена, помнят Алипы Дунай. Тот цветущий и поющий яркий май. Вихри ленце в русском вальсе сквозь года. Помнит сердце, не забудет никогда. Легко, вдохновенно и смело солдатский вальсет отзвучал. Елена кружилась и пела, как будто сам Штраус играл. А парень с улыбкой счастливой гармонь свою к сердцу прижал. Как будто он волос не видел разливы, как будто Россию обнял. Помни, Елена, помнят Алипы Дунай. Тот цветущий и поющий яркий май. Вихрь ленце в русском вальсе сквозь года. Помнит сердце, не забудет никогда. Веной седой и прекрасной плыл вальс полон грез и огня. Звучал он то нежно, то страстно, и всех опьяняла весна. Весна 45-го года, так долго Дунай тебя ждал. Вальс русский на площади Вены свободный солдат на гармонии играл. Помни, Вена, помнят Алипы Дунай. Тот цветущий и поющий. Советский народ и его воины выступали в освободительной борьбе против фашизма, как верные братья и бескорыстные союзники народов мира. В результате полного разгрома фашистской Германии были освобождены 10 стран Европы и 2 страны Азии с населением около 200 миллионов человек. Румыния, Болгария, Венгрия, Польша, Чехословакия, Югославия, Австрия, Норвегия, Дания, Германия, Корея, Северный Китай. С праздником, дорогие друзья! С 70-летием Великой Победы Советского Народа в Великой Отечественной войне! Никогда!